Всем привет! Итак, всем привет! С вами Нотлайкол и Детеныш. Вождь продолжается. Как раз только день наступил. И вот у нас, как ни странно, день понеслась. 10 уровень. Какая-то там фигня. Где можно их получить? Кстати, в Адеме? Кстати, вот это мне нужно. Блин. Я могу использовать эту фигню и получить себе. Кого? Ну как кого? 5 эликсиров. Да. Где 5 эликсиров? А я один раз попробовал пройти эту фигню. А там 5 эликсиров. Слышите, он меня закашлял всего. Ну да, я болею. Вот так вот, да, он меня закашлял. В принципе. Вот этот уровень до хрена на самом деле. Вот этот легкий третий. Он изи. Не этот? Не, вот этот нет. Он вот этот вообще изи. А давайте попробуем вот эти фигануть. Фонарики вот эти? Нет. Потому что там стоят арбузы. Ты просто заряжаешь его, он третьего, четвертого левела. Он просто двумя ударами все долго. Это все проблема. Понятно. Ты меня почти сейчас разберемся. Вообще, конечно, надо бы в восточный Эдем сгонять. Ты меня реально почти давно. Может, правда лучше в восточный Эдем, нафиг всю эту фигню. Да блин, мощно. Ну и что? Эликсир и вперед. Эликсир. Да. Вперед до хрена этих эликсир. Ну мне повезло. Это трактор спит. Почему есть вот эта хрень? Ну она вянет. Мне уже хватает как минимум на два этих. Не, реально, по-моему, запись это будешь открывать золотое дерево. Хотя вот в А7 очень сложное дерево. Вот, я хочу получить штуки для улучшалок. Дерево подождет. Ну что, будет там плакать? Да. Почему? Потому что я хочу получить больше всего. Кстати, мне тоже надо будет поиграть, то 100 лет не заходил. Вот. Нужно апнуть свой арбуз, потому что у меня второй левел уже не очень. Хоть у меня их и 5, но не очень спасает. Теперь у меня появился трактор Хэ. Он весь такой красный, короче, он пришел. У меня стоит 3 льва, 4 арбуза и один чертополох. Он все это снял. Смотри, какой ужас, по-моему. Страшно просто. Я смотрю, и мне страшно за него. Самое лучшее растение. Ага. Я серьезно. Проверяем этой флокси. Вот эту всю область. Он дальше, думаю, пойдем. Ну, думал, пока эта хрень доползет, как раз бомбанем. Твое любимое какое растение? Не знаю. Мое арбузик. Пока что кактус меня вполне устраивает. Галика? Или рогатка? Рогатка. А, я думаю, галита. Ну, если я кого-то не беру, значит, он меня не особо устраивает. Ну, чё-то как-то печально тут всё. Наверное, это надо уже забивать. Угу. Давай. Аккуратно. Надо вот эту фигню сюда передвинуть. Чё? Я все пытаюсь что-то найти, но, блин, ни хрена нет. Ты прям искать ей сокровища. Да, я такой. Ну и... Опа. Я великий искатель. Синий дозер. Да, да. Он правда не Хэ, но все равно синий дозер. А вот это спид, ну? Да, это спид. Очень опасно. Опасно. Все-таки бомбы были. Я даже боксер что убил. И тут синий дозер Хэ. О нет. Что же делать? Только не синий дозер Хэ. Синий дозер.
самая страшная штука в этой игре. Очень страшная. Я там вижу, и мне страшно. Это Снидозер Хэ. Не, вот этот трактор реально опасен. Так, ладно, хрен с этим Снидозером. Спилит как бы. Скрокат Х это еще страшнее, чем Снидозер Х. Тем более, почему эволюционировали сразу Х? Потому что вот так вот. Потом тут такие машины. Там машины потом будут фиолетовым. Какой ужас. Слушайте, ни одно сокровище. Нет, тут какие-то семки клевые должны быть. Что, да ладно. Нет, с ними на вот они ничего сказали. Очень здоров. Так. Вот эту фигню надо вот сюда. Флокс. Оп. Хрень проснется, будет опасно. Потому что там будет синий озеро, просто хрень. Пора кряхтеть. Это у меня першит. Нет, ты просто кряхтишь. Это скорокат Х. Представляешь, какая опасность. Очень большая. Синий озер Х. Косила Х. Все, мы пропали. Кстати, а Х там трактора страшный сверху. Реально опасен. Кашля у меня. Я болею. Я не виноват. Ладно. Скорокат Х. Что-то хреново. Я тут сдох. Проснулся. Ага. Помнишь, я тебя как-то начал? Помню, помню. Надо сделать следующее. Тихо. Подальше. Тракат Х очень противный. Надо, мне кажется, четвертую кактусу какую-то выбрать. Ты, блин, так просто не добудешь. Добуду. Все, сейчас должен быть взрыв. С этим вот надо как-то справляться. А как? Как-то. Лива не хватит. Одного. Каким станет цветом, когда он будет Х? Красный. Да. Точно красный. Ага. Кстати, у этой машины есть один прикол. Чертополох у меня, если он парализует. Но эту машину он парализует только один раз, не больше. Что, ты понял? Ага. Сейчас у меня ляжет. Сейчас у меня ляжет тигр, точнее лев, но в общем, сейчас его увидите. Хрена там у меня. О, еще ревущий поток. Полегло, да? А нет, один остался. Выжил после налета машины. Машина
Это был зубной налет в растениях, они умерли. Зубной налет. Ну, у льва же зубы есть, у него зубной налет. Есть. Сейчас, кстати, может быть очень хреново все. Между делом проходим. Мне нужно, чтобы бомбанули мои эти. Правда печально? Минус кактус. Минус бомба. Минус бомба, минус кактус. Минус. Это мы уже стали. Очень. Клумбы цветов или что мы говорим. Пытаемся попитать. С клумбы справляемся, забираем это дело. Все, теперь сдался убитым 8 дозер Х. Что мы же привезти на клумбу попробуем. Ставим на табанчике, хотя они ничего не дадут. Но это не важно, мы все равно сами. Ну что, готово? Весело. Да, ты сам дозер Х, это понимаешь, какой он шустрый. Офигеть. Ребята, уже выиграли. Типа у вас такой трактор выходит, вот тот. Безумно. Трактор, конечно, такой неприятный. Ну, наверное, если не так, то нужно каждый бой. Ну, почти. Хана ему. Нет, лев живой. Да, я все равно налет зубов. О, мы с тобой почти одинакового левела. Очень близко. Офигеть. Сейчас ты будешь 11 левел, как и я, и мы будем оба тащить. Ох, ой, это такой легкий уровень. Что ты так кричишь? Я могу, это легкий уровень. Он изи просто. Изи. Ага. Реально изи, я тебе говорю. Тебе понадобится одна флокси. Победу. Ну, посмотрим. Посмотри. Вот, арбуз. Все, что надо его пробудить, он убьет все. Двумя бахами. Главное, жить арбуз. Одной флокси мало будет. Да, не иначе все. Исполнение была победа. В твоем, наверное, это будет. Все. О, сокровище. Кстати, это арбузик максимального левела. Угу. Да. Ага. И чё? Но у меня было так, что вот у меня было, а ставь дырки. Я помог арбузику. Новая победа. Блин. Ты не слабее. Ну как бы да. У меня была победа. Я все понятно. Стой. Такой легкий уровень. У меня был легкий. Уф, отстань. Тебя слушать опять же, блин. Мог бы спокойно себе все сделать. Нет. Слил тупо очки опять. Какая разница? Упс.
мне сейчас делать? Враги, они везде, блин. Нет. Да. Они в бобре дело. А в том, что у меня теперь будет на две бомбы. Смотрим, что будет сейчас. Победа сейчас. Все. Все так запланировано, например. Угу. Я так удавал тебя. Я бы уже этот прошел и с полной энергией пошел эти проходить. Ух. А твой любимый. Вот видишь, что фигня? Гладик. Да. Вот этот трактор. Максимальный левел. Да. Боба хренатенько. Да. Ты бы хотел себе другой бомбу, да? Да. Что это такое? Катма. Это растение, которое бьет очень быстро, но бьет при этом очень слабо. Mm-hmm. То есть бьет примерно каждую секунду. Вот так слабо бьет. Фигня. Ура, мы в стенку взяли. Про стенку делаем, что там взержит удар. Трактор нам парализует, ты в курсе? Так. Дерево плачет. Прикол. Одну штуку ты из принципа не уничтожишь. Очень прикольно. Ну нет, это отбивало Х. Что же сделать? Только не отбивало Х. Да, это рогатка. Самая гениальная решила. Где я чё достану? Thank you.
там дальше-то фиг. В принципе, я могу прорашить эту дурацкую миссию. Легко. Ну, если тупо ставим вот эту. Не хочешь для трактора приберечь? Он парализуется с ней. Вот так. Доги просто трактор будет так ставить. Так, а теперь у меня проблемы могут быть. Что делать? Так. Сейчас избавимся. Уровень уродский просто. Что ты знаешь? Так, и как бы мне... Сейчас, если вовремя не бомбану, хана. Плохо. Ошибись. Ну ладно, следующий год я снимаю все эти полочки. Ничего, не спеши. Так, все потерял. Нахрен заново уровень, все запорот. Замолчи! Каждый мой ход комментирует, нафиг мне это нужно, ты меня в смысле сбиваешь. То же самое у него, какие-то новые бомбы нужны. Уже побежал и купил новые бомбы. Каким образом мне это достать? Все, взрыв нужен здесь. Лучше два. Ну, если сейчас бомбанет хорошо, то порядок. Если нет, то я проиграл. Thank you.
Все еще не так плохо. Как может быть? Только львов надо как-то куда-то. А это все фигня еще тут. Трактор проблема. Ладно, сейчас будет бабах, должен быть бабах. Твою мать. От тебя бабах. Плохо. Очень плохо. Почему это дерьмо не уходит? Без бомб, как мне убить теперь? Я надеюсь, что он действительно будет его парализовать. Вот. Вот, парализован. И разостен тоже, не алё. Не, ну молодец, а дальше что? Останавливаем резко. Зелень. У меня ходов не так много, на самом деле. Убью трактор. Он сразу побеждает. Надеюсь, не зря все это делалось. Потому что я слил всю энергию, которую мог слить на семечки. Для разведения того же четвертого кактуса. Это не важно. Давай, кусай его еще раз. Ну. Твою мать. Пипец, все заморожу. А, из-за этого ублюдка, что ли, все? Как чудесно. Просто мы все испортим. Тихо ты, блин. Харе комментировать каждое мое слово. Раздражает уже. Очень сильно. Так, ладно. Охренеть. Еще давай больше, что ты так мало-то. Что, все тут? Знаешь, как побеждать? Все. Раз. А, это два. Все, поздравляю, золотой день. На, я, кажется, все слил. Золотое дерево было бы, а? Если бы у меня было после этого, у тебя? Да. Спасибо.
давайте попробуем. Вот эту прикладки строит, такая вот подмигивает. Какое выбирать? Давай, у тебя. Арбузик. Ночной, правда. Ну нахрен это дерьмо. Блин, второй левел сразу, ну блин. Мне повезло. Очень ночной арбуз. Сразу дали первый левел, тебе сразу второй. Ты слышишь, что я говорю? Ночной арбуз. У меня все растения какие? Дневные. Мне нужен ночной? Ну, ты, по крайней мере, супер вторник пройдешь. Вторник. То есть здесь я получу эти? Не нужен. Бесполезный кусок. Просто можешь, бесполезный. Ты можешь планировать. Просто, блин, зря здесь кристаллы слил. Ходов на всю фигню. Хватит. Ладно, этих не разбудь. Безумно просто. Ночные то у тебя кто это хочешь. Ну да, у тебя. У меня тоже было. Что? Прибавил то, что я хочу, но оно не помогло. Я был так обидно. Ну, типа, я на это ношу с где я зельку зря тратил. Дело-то не в этом. Где? Последний шанс. И ни хрена. И... Есть. И это семечко. Семечка.
Рогатка. Вот. Галит или арбуз, кого отдаёт? Жалко немного, да? Пригодится когда-нибудь. Я, например, дневные и ночные растения могу убивать и днем, и ночью. Мне нормально. Спасибо. Два зубана, кошка. Есть вот это вот семечко. Галитов тебе нахрен не нужен. Такое семечко, но оно может... Нужен мне иголит. Ну ты им пользуешься? Нет. Да, я можешь играть. Почти. Уже тебя нету иголита будет. Эх, хрен с ним. Блин, жалко тебя. Почти. Близко. Так. Хвош. Да блин. Магия не работает. Офигово, у тебя магия. Мы перестали работать. Югоберт. Можно еще кого-то собрать. Это... Вау. Он даже не докачает, по-моему. Смотрим. Тут гачок. И это... Смотри, сколько надо. Иголито! Блин. Понятно. Ладно, идем еще раз в битву. Целых 20 очков. Можно два раза здесь подраться, может, что получим. Так там мелкие семечки упадут. А здесь? Здесь побольше. Лучше в арбузе, блин. Поздно уже. Все, нету ни того, ни галита, никого. Слушайся меня, дура, блин. Идет. Я не успею ни хрена выставить сейчас. Просто. Это что за уровень? Как мне в этом дерьме хоть что-то выиграть? Просто выиграть вот этого и все. Это охрененный уровень. Я просто... Счастлив. Я слил тут.
100 пудов. Нет. Ну как бы один хрен себе. Уровень идиотский. Он не рассчитан на эти растения. Очень мало всего. Просто. Не балансный. Это дерьмо доходит, и ты сливаешь. Надеюсь, почему ночь? Так ты эликсир использовал. То есть он этот меняет на тот. Да. Ой, а 8 это же ново. Ладно, ребят, наигрались. Что ж, всем спасибо за просмотр. Если понравилось, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо и до свидания. Пока-пока.